Отечественные производители увеличивают мощности и активно выходят на зарубежные рынки. Среди них алматинские компании Trade Marketing Solutions и Novus Polymer. Одна выпускает торговое оборудование, а другая – пластиковые и алюминиевые изделия. А прочно зарекомендовать себя на международном рынке им помогает Министерство торговли и интеграции, холдинг «Байтерек» и страховая компания «Казах Экспорт». Компания Trade Marketing Solutions вот уже 14 лет производит оборудование для кондитерских изделий, шоколада, напитков, сувенирной и табачной продукции. В год выпускает около 10 тысяч единиц товаров. Производители намерены увеличить экспортный потенциал и поставлять свою продукцию в страны Центральной Азии и Восточной Европы. При содействии компании «Казах Экспорт» мы планируем расширить свои производственные мощности и увеличить наше производство до 20-30 тысяч единиц в год. При этом стремимся к увеличению экспорта. Наш целевой показатель – это увеличение экспорта до 30%. Посодействовал «Казах Экспорт» и в расширении возможностей предприятия «Новус Полимер». Благодаря государственной поддержке фирма увеличит объем экспорта в Узбекистан и Таджикистан. К слову, «Новус Полимер» – крупнейшая компания по экструзии пластика и литейному прессованию в Казахстане. Она обеспечила работой 1000 человек. В течение года мы планируем реализовать крупный проект расширения наших производственных площадок в индустриальной зоне в Алатауском районе. На площади более 8 гектар будут реализованы современные эффективные производственные комплексы, которые будут отвечать всем стандартам и требованиям производства в ближайшие десятилетия. Свою историю компания ведет с 1993 года. С тех пор инвестировала в развитие производства более 50 миллионов долларов. Успех отечественных компаний – это еще и результат государственной поддержки. Елеман Раймбеков, Сержан Жамабаев, Хабар 24, Алматы.